как известно, оглавление, и там все очень строго расписано, за какой категорией какая идет. Поэтому эта проблема не требует чтения. Вот, например, Алексей Сергеевич, он открыл оглавление и читает. И, в общем-то, а вот это все можно отодрать и удалить, потому что оно только задерживает движение вперед. Там вырезать по ходу. Да, 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 аккуратно. Прятать бутылку. Да. Да, как раз так и есть. Сейчас такие продаются. Там написано на них «Капитал», например. Открываешь, а там пусто. Но это не значит, что совсем пусто. Можно туда положить то, что является капиталом. Итак, поэтому мы с вами пойдем не быстро, но основательно дальше, поскольку мы добрались до очень сложных вещей. Почему сложных? А сложное что такое? Сложное из простых. Да, сложное из простых. Поэтому мы здесь все время будем видеть, что Гегель опирается на предшествующие категории. И мы уже говорили, что вот вся классификация уже суждений идет там. Суждение наличного бытия, потом суждение рефлексии и так далее. И дальше. Вот. То есть он не просто так выдумывает, как бы это расклассифицировать, а уже исходит из того, что раз это в снятом виде имеет место в данных категориях, вот, в данных понятиях, то, следовательно, и классификация она с этим связана, а не просто так случайным образом производится. И наоборот, он от того, что не связано с понятиями, хотя это высказывания такие же, вот точно вроде бы, как и другие, он просто их оставляет в стороне и говорит, вот такие вот высказывания вроде того, что вот Кай тогда-то умер или кто-то когда-то родился, мы оставляем в стороне, потому что они не подходят под категорию суждений. Не подходят под категорию... Суждений. Вот. А здесь мы говорим о суждениях. А всякое суждение имеет какой вид? Какой вид имеет суждение? Суждение имеет вид простой сложности. Нет. Какой вид имеет суждение? Всеобщее. Что всеобщее? Нет. Нет. Здравствуйте. А вот мы и спросим. Если он ответит, значит, он не зря задержался. Он просто изучал. Он изучал. А вот какой вид имеет суждение? Суждение? Да. Ну, оно имеет разные виды. Ну, понятно. Человек опытный. Просто так его спросишь, он всегда найдет, что ответить. Понятно. Значит, суждение имеет вид единичное, есть всеобщее. Единичное есть всеобщее. Вот, так сказать, вид суждения. Вот. Ну и если будете это, а вы это читали или еще будете читать и перечитывать, то вы это увидите, что он к этому все время обращается, что у нас вид суждения какой? Субъект есть предикат. Но это же название, субъект, предикат. А смысл-то, говорит, этих названий в чем? Смысл в том, что субъект – это единичное, а предикат – это всеобщее. И почему я на это внимание обращаю? Потому что мы с вами только что закончили тему единичного, особенного и всеобщего, правильно? И не так мы должны закончить, что мы это закончили, и до свидания. И все, и забыли. И начинаем новую тему. И уже про суждение, вы как бы так, я вас спрашиваю, а вы начинаете думать, что на это ответить, вместо того, чтобы подумать о том, а что у нас было... Так, перед этим. И особенно есть всеобщее, там разные формы суждений-то есть, пока оно в умозаключение не находится. Ну, чувствую, вы далеко прошли. Не, еще это... Далеко. А у нас тут простые задачи. Значит, вот Гегель, мы сейчас по тексту будем поэтому проходить. Вот это утверждение о том, что субъект есть предикат. Давайте это раскроем. Субъект – это что? Единичное. Предикат? Всеобщее. А вы что хотели тут наговорить? Тут никуда не денешься. Субъект – есть предикат. Субъект – это единичное, а предикат – есть всеобщее. Поэтому никаких тут вариантов в данном месте, которое мы рассматриваем, вот когда мы открываем суждение, нету. Вариант только один. Единичное – есть всеобщее. И все.
Поэтому вот я и говорил, что вы много знаете. Я просто думал, что я много опоздал. А есть такое высказание, многознание уму не научает. То есть фраза «все бабы стервы» — это не суждение? А? То есть фраза «все бабы стервы» — это не суждение? Нет. Слава Богу. Это все бабы, это разве единичные все бабы? Это просто слабые люди, они не могут там назвать одну, которую имеет в виду. Они начинают расширять, из-за этого осуждения тогда не получается. И все. Сразу бы сказали, что я человек смелый, вот как один говорит, который находится под шкафом, а его жена выскребает этим самым шваброй. Он говорит, я человек свободный, хочу вылезу, хочу не вылезу. Так и здесь. Я человек просвещенный, я знаю науку логики, я сейчас скажу, все бабы стервы. Дескать, вроде как, ничего хуже, чем другие, вы никого не опустили ниже. Вот. И ни о ком конкретно ничего не сказали. Поэтому это никого и не касается, потому что касается всех. Так, ну вот, давайте пойдем тут с учетом того, что есть в тексте, кто какие тут замечательные высказывания нашел, то тоже может обратить наше внимание на эти высказывания. Значит, в той книге, которую мы берем за основу науки логики, это том 2, субъективная логика, говорится, суждение есть полагание определенных понятий самим же понятием. И что процесс определения понятия имеет место, процесс определения понятия самим собой, и дальнейшее поступательное движение суждения, переход к разным видам суждений, есть дальнейшее определение понятия. То есть мы не какими-то суждениями занимаемся, мы не бросили философию, а мы перешли к такому разделу философии, который требует, с одной стороны, такой логической формы, а с другой стороны, логическая форма базируется на движении понятий, которые, собственно, мы и изучаем. Какие имеются определенные понятия и каким образом эти его определения получаются с необходимостью, это должно обнаружиться в суждении. И вот такая мысль содержится здесь. Суждение может быть поэтому быть названо ближайшей реализацией понятия. Ближайшей реализацией понятия. Не просто не что это такое понятие. Что это такое, мы с вами разобрали, да? Что это понятие мы приходим в результате снятия сущности и возвращения тем самым как бы к бытию, но уже бытие, которое является результатом снятия сущности. То есть такого, так сказать, настоящего возвращения здесь не получается. Так вот оно является, суждение является ближайшей реализацией понятия, поскольку слово «реальность» вообще обозначает вступление в наличное бытие, как в определенное бытие. Реальность. Вспоминаем с вами учение о наличном бытии, там мы рассматривали наличное бытие, потом качество, да? А качество бывает в определении реальности и отрицании. И вот видите, здесь мы вот на этом уровне, на уровне понятия, когда говорим о суждении, мы употребляем вот эти самые термины. На каком основании? На том основании, что они здесь снова всплывают, потому что и сущность, и бытие утонули в понятии. А раз они утонули, они в нем содержатся. Точнее говоря, природа этой реализации оказалась состоящей в том, что, во-первых, в моменты понятия, в силу его рефлексии в себя, или, иначе говоря, его единичности, суть самостоятельной тотальности. Вот я на этом хочу остановиться, чтобы нас эти слова не запугивали. Что значит моменты есть самостоятельные тотальности? Кто-нибудь может мне разъяснить, что это значит? То, всеобщее. А? И то, и, ну, и субъекты, и предиката, это всеобщее. Ну да, это да, близко к этому. Но тотальность вообще что означает? Мы уже на эту тему говорили, надо, потому что, поскольку это слово очень широко используется, причем в негативном смысле, тоталитаризм, мы должны разобраться в этом. Что такое тотальность? Тотальность это что? Это быстрота. Чего? Быстрота? Всеобщее. А? Всеобщее, нет, есть еще тотализатор. Тотализатор. Всеобщее. С одной стороны всеобщее, а с другой стороны целое это, целое, целое, total. Total, английское слово total, читали? Немецкое слово.
Тотал – это целое, не просто всеобщее, а целое. А если целое, это, ну, другими словами, что тут сказано? Что вот вы берете субъект и есть предикат. Субъект содержит в себе предикат? Скажите, пожалуйста. Содержит. А? Содержит. Значит, субъект содержит в себя и себя, и предикат. Значит, он – тотальность. Правильно? Потому что он – целое, в котором есть и субъект, и предикат. Бросаем этот субъект, переходим к предикату. Предикат. Он субъект есть. Он что, висит в воздухе, или он есть предикат этого субъекта? По отношению к... То есть по существу, по отношению к этому всеобщему, к всеобщему, вот это единичное, это и есть то единичное, которое содержится в этом всеобщем. Всеобщее оно в чем-то существует, вот всеобщее в каком-то виде. Это конкретный вид этого всеобщего. Да, как человечество и человек. Поэтому в этом смысле мы берем теперь, то есть мы взяли предикат, и оно тоже оказалось целым. Если вы берете человечество, и человека вы берете. Потому что если вы берете человека, ну не можете его взять, как некоторые все-таки берут, человека в отрыве от человечества. Вот то, что Маркс говорила о сущности человека. В чем сущность человека? В общественных отношениях. Да. Сущность человека в общественных отношениях. Значит, если говорите о человеке, вы имеете в виду человечество. Общество. Общество. Ну, в общественных, а вы человечество. Вы общество-то в общественную собственность хотите получить когда-нибудь? А вы от нее сразу ушли куда-то в сторону, человечество. Ну, человечество существует. Человечество – это много-много людей? Или что? Да. Да? А общество? Что такое? Чем вам не понравилось общество? Ну, общество близкое по значению. Но... Близкое, но все, что такое общество? Скажите мне, что такое? Вы знаете, я не знаю. Что такое общество? Это что-то общее у много-много-много людей. Нет, не так. А вы что скажете? А вы что скажете? Общество – это более конкретное. Страшное дело. Товарищ Мордовин, так там. Так, за компьютером. Не скажете, что такое общество, Валерий Александрович? Не скажете, потому что не знаете или потому что не хотите? Толком не знаю. Можно я скажу? Да, конечно. Общество – это люди вместе с их отношениями. Знал или не знал? Нет, вместе с... Чувствовал подвоха. Чувствовал. То есть, это человечество, но... С их отношениями. Вместе с отношениями. А если вы берете, ну, люди россыпи у вас взят, дрожжи. И это человечество в таком виде. Поэтому это и не тотальность, а это тотальность. Целое. Вы же за тотальность или нет? Мы не за тоталитаризм, мы за тотальность. Вот здесь нет тоталитаризма, есть тотальность. Но вот люди берут какое-то слово мудреное, его коверкают, выдают за научное и носятся потом и начинают пугать детей тоталитаризмом, дескать, у вас будет всеобщее образование, а сейчас только некоторые образовываются. У вас будет медицина вся бесплатная, а сейчас все больше платная. Они сами вот это тоталитарные, я где-то читал, что они до сих пор как бы вот определение его так и не выдают. Где-то как-то... Они не могут выдать. Самый такой крепкий человек – это тот, который не знает. Его можешь даже пытать, он не расскажет. Я вам есть такой рассказ по тому, как был большой бой, и наш товарищ попал в плен к немцам. И они хотели выяснить, какая у нас техника, и начали спрашивать, сколько пушек, какие марки, какие танки, какие пулеметы, все его, пытали его и то, все. И наши там недалеко была линия фронта, но ночью стрельба затихла, и значит, только крики такие дикие, то, что его этого пытали, товарищи. Ну, потом и крики затихли. И наши решили его сделать операцию и забрать его. И вот, значит, переползли через линию фронта группа разведчиков. Значит, набежали, поубивали там тех, кто охранял, и захватили его, и привезли на место. И вот спрашивают, ну как? Он говорит... Ребята, учите технику. Так бьют больно.
Он бы, может, и выдал, но поскольку он не учил технику, он никак не мог выдать. Вот так и так вот эти наши, которые болтают, вот, тоталитаризм, спроси, получается так. Потом мы же спрашиваем людей не каких-то, не последних здесь, а, так сказать, людей, которые, так сказать, изучают. Но это картина общая, то есть в чем одно из преимуществ изучения науки, оно нас приучает к чему? К тому, что если мы о чем-то говорим, то вообще мы должны знать, что это такое. И знать на такое строгое определение, а не просто какое-то близкое, похожее и так далее. Скажем, каждый человек твердое тело. Это можно говорить про него, можно сказать, вот кто я, твердое тело, и все. Что, вы будете спорить? Истина. Нет. Потом можно подумать, сказать, он на 80% состоит из воды. Ну, можно сказать, вода. Потому что... Плохо сжимаемое тело. Да. Плохо сжимаемое тело и так далее. И вот, кстати, ну, мне приходится спрашивать регулярно, что такое общество в университете, когда я преподаю. Ну, почти никто не отвечает. Почти никто. Тот вопрос, который я вам задал, он обычно вот имеет такой результат. Что угодно. Люди, человеки и так далее. Общество. Ну, как, какое же это общество без отношений? Отношения всегда опускают. А? Отношения в стороне всегда. Они уходят куда-то. Но дело в том, что а вот отношения – это точно тотальность, потому что вы не можете взять отношения между людьми без людей, правильно? А да. Людей мы не можем взять. А людей мы можем взять без отношений, людей. Люди, одного можно взять. Да, поштучно можем их взять, и получится у вас там население, жители, кто угодно, граждане, отсюда там вот это гражданское общество, вдумывает, все ходит, бродит, что мы, говорит, хотим создать гражданское общество. Давно уже создали у вас, все милиционеры, которые, полицейские, которые подходят, говорят, гражданин, пройдемте, для них все общество гражданское. Вот, для них там сомневаются, для соответствующих структур оно давно гражданское. Это все по поводу гражданского общества, все это написано в немецкой идеологии у Маркса и Энгельса. Имеется в виду, когда вы не берете государство, а берете общество, помимо, так сказать, этой надстройки, ну, оно выступает так, как гражданское общество. Когда вы берете не как тотальность. Не как тотальность. То есть вы берете его не целое. Вот вас взять без головы и рассмотреть. Так и гражданское общество. Ну как вы думаете, гражданское общество без надстройки, без всей этой государственной системы, которая так сильно влияет на все, хотя, а если вы даже берете гражданское общество, то есть как бы абстрагируетесь от настройки, вы не берете, собственно, производство, вы просто взяли отрицанием таким, отгородились от настройки, а производство-то не взяли живое, и тогда вы не видите, что и верхушка, она вытекает отсюда, но она не просто всплывает наверх, она есть, вытекает из экономических интересов господствующего класса. Поэтому это вот большая проблема. То есть, с одной стороны, мы говорим с вами сейчас о том, что нам известно. А что про известное говорит Гегель? Известное? Да, про известное. По поводу известного он говорит, что то, что известно, это еще не значит, что оно познано. Вот, золотые слова. То есть, он даже более говорит, Гегель, что а кто будет заниматься тем, что и так уже... Известно. И поэтому самые известные вещи, самые известные понятия, они очень сплошь и рядом остаются непонятными. Ну и что сегодня мы и видели? Я спросил, что такое общество. Ну это, зачем это я буду думать на тему об обществе, если я с детства знаю это? То же самое, например, с такой категорией, как товар. Ну что, кто-то не знает. Или деньги. Что такое деньги? Что? Деньги что такое? Деньги? Да. Это товар, который... предназначен для обмена. Все товары предназначены для обмена. Все у вас одни деньги, у вас никаких других товаров нет, товарищ Шалов. Заменитель денег. Заменитель денег? Нет, деньги – это заменитель. Это понятно, если подсолнечное масло заменяют этим самым пальмовым. Бартер запрещен. Бартер – это что? Нет, я говорю, бартер запрещен. То есть, если товар – деньги, то это то, что... Почему он запрещен? Не запрещен. Нет. Кто вам может... Заменитель. Бартер – это что? Товар. Меняет. Нет. Золото. Нет, это сложно очень объяснять, Марат. Бартер – это же простое понятие, а вы вот так... Вы объясняете простое через сложное. Что, какая категория проще, бартер или товар?
Во-первых, бартер давайте переведем на русский язык. Кто может перевести? Что? Ну, бартер переведем, переведите на русский язык. Обмен. Что, какая категория проще, обмена или товара? Товара. Какая категория проще, обмен или товара? Обмена. Ну, обмена, конечно, проще, потому что, а почему? Определение товара. Что такое товар? Продукт, так, производимый для обмена. Вот. То есть для того, чтобы знать, что такое товар, я должен знать, что такое обмен. А вот что такое обмен, обычно никто не знает. Потому что надо сказать, что этим уже, чем проще понятие, тем меньше им задаются. Вот поэтому это, так сказать, не в претензии к тем, к кому я сейчас обращаюсь, а просто вот такой факт жизни, что... Что поскольку мы с вами понимаем, что сложные сложены из простых, мы и доходим до этих простых. А там нам с этим не занимается, и она так продолжает жить. Что такое обмен, Константин Константинович, раз уж вы? Обмен – это отчуждение для того, чтобы... Ну, если это отчуждение, вот давайте отчудим из вашу ручку и этим закончим, и все. Сделали обмен. Отчуждение было, было. Все, обмен был. Будьте здоровы. У вас еще есть что-нибудь подороже? Что это такая-то ерунда? Давай кошелек ваш отчудим. Не, рубашку не хочу. Это надо пойти торговать. Значит, мне приходилось, поскольку я это изучал, делать изыск, я никак не мог найти, что это такое. Потому что, скажем, наши дорогие классики, они хорошо в этом разбирались, и некоторые категории они просто определения не давали, потому что им это совершенно понятно, и как-то вопрос не стоял. Поэтому я ни у Маркса не находил, ни у Ленина, ни у Энгельса. Ну и я, значит, пытался подобрать такое понятие, которое бы соответствовало тому характеру. Который проявляет себя в использовании. То есть надо подобрать так, чтобы это, когда вы вставляете это понимание, все согласовывалось с этим. И вот, значит, вот я сформулировал такое определение обмена, что обмен – это взаимное и взаимообусловленное передача чего-либо двум субъектам. Взаимные и взаимообусловленные. Отношение двух субъектов состоит в том, чтобы осуществлять взаимную и взаимообусловленную передачу каких-либо продуктов. А чем это отличается от драки? От чего? От драки. Чем продуктов, это продуктов. Почему? Они там передают импульсы друг другу. Не продукты же. Они не передают. Они дают. Я вам даю, а вы мне даете. А тут передают. Значит, здесь есть самое простое, первое, это взаимное отчуждение. Почему? Значит, если я должен вам вот отчуждение сделать в вашу пользу, а вы должны в мою пользу. Если нет, это подарок. Правильно? Потому что если есть. Вы мне ручку просто дали, и какой-то тот. Вот, вы отчуждаете ручку, а я ее присваиваю. Нет никакого обмена. Вот это отношение родителей с детьми. И поэтому родители так и любят своих детей, потому что они все их кормят и воспитывают. И кто больше любит? Родители детей или дети родителей? Ну вот кто больше дает, тот больше и любит. Хотя дети, конечно, родители любят, это ясное дело. Но тут есть какой-то обмен? Можно тут говорить об обмене? Нет, конечно. Поэтому о эксплуатации нельзя говорить, потому что эксплуатация – это присвоение чужого неоплаченного труда. А своего? Да, это свой человек, пусть работает. Так. Это раз. Значит, отчуждение. Отчуждение продуктов труда. Так. Значит, взаимное и взаимообусловленные, они так просто, вы мне дали, я дал, а я вам даю под условием, что вы мне дадите. А вы не даете, если я вам дам. То есть, если вы мне не даете, я вам не дам. А если я вам не даю, вы мне не дадите. Поэтому, если нет этой взаимообусловленности, нет обмена. Правильно? Только тогда мы можем говорить, что это обмен. Не просто, что двигается продукт, случайно я пихнул в ту сторону, а он пихнул в эту сторону. Нет. Не просто взаимная передача, принадлежащего чего-либо принадлежащая двум субъектам,
А, и взаимообусловленные. Вот тогда это обмен. То есть я вам выдам тайну, если вы мне выдадите тайну. А не просто так, я вам выдам тайну и все. Даже если речь идет об этом. Или, скажем, представьте себе выступление в эти самые... В годы, когда у нас товарищи-руководители, в отличие от там, Ленина и Сталина, сами ничего не писали, а выступали с речами, зачитывая то, что написали помощники. Это был обмен речами. Я выступили с речью, я выступил с речью. И предполагается, что у нас будет взаимно обусловленное действие. Поэтому, если вы не выступите, я не буду выступать. А если я не буду выступать, и вы не выступите. Но обмен был речами? Был. Обмен мыслями был? Нет. Почему? А потому что мысли-то были у вас, один был товарищ, который спичрайтер, у меня другой. Отсюда нынешнее слово «озвучивают». Вот вроде бы как ушли от этого, а на самом деле говорят, я решил озвучить. То есть что-то было не озвученное, а я теперь озвучил. И что? Что тут произошло? Ничего. Никаких новых мыслей не появились. Ну так вот эта взаимность. Достаточно для обмена взаимности? Для того, чтобы говорить об обмене, достаточно ли взаимности? Нет. Нужна взаимная обусловленность. То есть обмен – это взаимная и взаимообусловленная передача чего-либо, принадлежащего двум субъектам. А потом я в своих изысканиях однажды наткнулся в советском энциклопедическом словаре. Слово «обмен». И там черным по белому написано другими словами, но то же самое. Но другими словами. Формулировка очень красивая, отличающаяся от вот той, которую я вам только что дал. Она звучит так. Взаимное отчуждение продуктов труда на основе свободного договора или соглашения. Где тут взаимность есть? Есть. Взаимное отчуждение. Отчуждение означает передача как раз. Во-вторых, а где тут взаимообусловленность на одной, на основе свободного договора или соглашения? Мы договорились, что я вам дам, а вы мне отдадите. А если нет такого договора или соглашения, то это не обмен. Потому что если я у вас отобрал, а вы накинулись и у меня это отобрали, то есть и взаимное, и взаимообусловленное есть. Но соглашения такого нету. Поэтому вот хорошее определение, которое вот я обнаружил в энциклопедическом, советском энциклопедическом словаре. Обмен – это взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. А товар – это продукт, производимый для обмена. Поэтому если я знаю, что такое обмен, то я знаю, что такое товар. А если я знаю, что такое товар, я еще не знаю, что такое деньги, Константин Константинович. Потому что товар идет сначала, а деньги придут потом. А деньги – это тоже товар. Какой товар является деньгами? Эквивалент. Вот, товар-эквивалент. То есть вы знаете, но хранили в тайне. Думали, что мы вас не сумеем раскусить. А мы вас раскусили и растрясли. И вы выдали, да. Выдали. Так. Ну вот и здесь. Вот мы с вами добрались до этого, потому что тотальность. Это тотальность, и это тотальность. Только каждый раз надо объяснять, в чем тотальность. Если это субъект, субъект есть предикат в суждении. Значит, это субъект, но если это субъект, у которого есть такой предикат, значит, это вот его всеобщее, которое выступает в виде предиката, оно в нем же есть в субъекте? Или оно нету, оно просто справа стоит? Оно стоит справа в суждении, но оно в самом субъекте-то есть? Есть. Значит, субъект представляет собой целое. И в этом целом имеется и субъект, и предикат. Предикат мы взяли. Но этот предикат относится же к этому субъекту. Если это предикат, а не нечто самостоятельное, если это в суждении предикат, значит, это просто, так сказать, вот такая запись, что мы один из моментов этого субъекта выставили, как выдвинули, обратили на него внимание, выделили как предикат. Но он же входит в предикат. Поэтому, а можно считать, что вот этот самый субъект, если такая форма реализации этого субъекта. Вот если мы брали с вами примеры яблоки и Антон, или, скажем, конкретное не про яблоко. Ну, это яблоко-то, если в яблоке-то входит,
Поэтому предикат субъекта входит. Значит, предикат тоже тотальность. То что я сказал? Ну, если вот не употреблять такое иностранное понятие, а оно употребляется в частности для того, чтобы не путать ни с чем другим. Почему иногда иностранные слова в науке употребляются? Потому что нет такой многозначности. Вот тут тотальность – это целостность, и все. Больше ничего. То, что там накрутили с этим тоталитаризмом – это пугалки. Ничего другого в слове «total» – целое, ничего там другого не состоит. Это целое. Как можно выступать против целого? Вы хотите что-то разбитое, вырванное на кусочки, раздерганное. Вот у вас вся жизнь раздергана на кусочки, она не цельная. И общество не цельное, оно расколото на классы и так далее. Нет, тут, нету этого самого. А там было цельное общество, единое, неделимое. Был единый, могучий Советский Союз, а теперь он... Конечно, это не целое СНГ. Это что такое? Хотя каждое – это целое. Ну, какое маленькое целое. И это маленькое целое не может даже выжить и должно так или иначе, так сказать, решать свои проблемы выживания. В частности, направляя своих людей там, где они могут заработать. Скажем, Киргизия находится в довольно тяжелом положении. Там русский язык преподают, пожалуй, даже больше, чем киргизский. И товарищи приезжают сюда и работают. И работают, здесь остаются, и женятся, и семьи у нас. И я с многими разговаривал, говорю, так вы же русские киргизского происхождения. Они соглашаются. У них дети все уже ходят в нашу школу, говорят на русском языке. Вот, жены русские, а они киргизы. Но он-то уже здесь 10-15 лет живет. Он вошел уже в русскую экономику, в российскую экономику. Так говорит на русском языке. Кто он? Русский киргизского происхождения. Никто мне не возразил из них ни разу. Ну, это обычное дело, как у нас скажем. Кто такой Левитан? Художник. Это русский художник еврейского происхождения. Правильно? Вот. То есть целостность – это же хорошо. Нам навязывается вот, целостность – это плохо. Люди вот, их пугают этим тоталитаризмом. Вместо того, чтобы разобрать это понятие, люди, так сказать, пытаются как раз негативно относиться к целому. Ну и что у вас получается? Разбитые чашки, разбитые судьбы, разбитые общества, разбитые коллективы и так далее. Так что это очень важно. И вот мы добрались до этого. Вот почему, ну чтобы это вот понять, может придется и раз прочитать, и два, и три, и другого тут средства нету. То есть один раз ты прочитаешь, надо все прочитать именно целое. Почему? Чтобы понять какие-то элементы этого целого, лучше целое иметь. Пусть не понятое, но целое. Чем понятое, но не целое. Вот вы прочитали до конца, но вы видите, вот это я вот посветлее, это вот потемнее, вот это темное, потом снова будете читать. Давайте на этом. Вот мы сейчас именно так делаем. Мы же это уже как бы проходили с вами, правильно? И идем уже, я бы сказал, по третьему разу. По третьему разу только вот в этом году. По третьему разу. Это не исключает того, что товарищи читали раньше, другие годы и так далее. Но мы в наших занятиях, вот уже третий раз, почему? Потому что мы добрались как бы до конца, рассмотрели, что принцип деления, там, суждения и заключения тоже связан с тем, как построена вообще наука логики. И там мы уже видели, что есть суждение наличного бытия, есть суждение рефлексии, есть суждение понятий. Уже знаем, как будет. Но мы знаем, как оно в целом структурно построено, а как выводится одно из другого, мы еще не знаем. Поэтому возвращаемся снова и более детально это начинаем изучать. Вот здесь говорится о том, что моменты понятия в силу его рефлексии в себя, то есть отражение в себя, это отражение. То есть если вы берете предикат, в предикате отражается что? Субъект. Тут ничего третьего нет, тут там всего субъект, есть предикат в суждении. Уже проще там вот, понятие, всего три элемента здесь. Субъект, связка есть и предикат. Если я сказал предикат, что я имею в виду? Субъект. Субъект. А если я сказал субъект, что я имею в виду? Предикат в суждении. Это же целое. Это целое, это тотальность. Раз тотальность, то здесь вы не можете выскочить. И каждый из них есть тотальность. И суждение – тотальность, и... И каждый из его составных, можно сказать, элементов тоже тотальность. Поэтому здесь нет этого резкого разделения. А во всех
формальных логиках, вот как доходит до этого дела в логике, так начинается просто классификация. Давайте вот виды такие возьмем и их расклассифицируем. То есть что такое мы сделаем? Разложим по ящичкам. Вот есть такое ядовитое высказывание Ленина по отношению к Каутскому. Он говорит, Каутский блестяще знал Маркса и Энгельса. У него все произведения Маркса и Энгельса разложены в ряд деревянных, в его голове в ряд деревянных ящичков. То есть он их знает, он их может процитировать, а никакой связи между этими мыслями у него нет. И поэтому, а в итоге получается, что ренегатство. То есть если человек не имеет связи, ну, тогда он легко может от этого отказаться, выбросить это, выбросить то, выбросить какие-то куски, а другие оставить. Вот и все. В чем состоит ревизионизм? Это выбросить, этим заменить. Диктатуру Петриата выбросить и поставить общенародное государство. Красота. И что вы получаете? Вы получаете капитализм. Тут же. Моментально. Потому что, как писал Ленин, тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, желающих нет, кандидатуры никто не предлагает свою, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. То есть там переход от одной формации к другой – это долго, длительный процесс. А вот здесь стоит вам от этого отказаться, вот представьте себе вот ситуацию, вот 1961 год. Партия, называется КПСС, на своем съезде отказывается от главного марксизма, от диктатуры пролетариата. Чтобы это было единогласно, значит, как вы думаете, это должно быть... Это первым шагом или это какое-то завершение уже предыдущего какого-то процесса? Завершение. Понятно, что завершение. А когда этот процесс начался? Берем 56-й год. Чтобы прослушать доклад такой клеветнический, какой был у Хрущева, и ничего не возразить на съезде, тем более, что съезд продолжался, я вот долго считал, что это было как бы за рамками уже съезда, что съезд закончился, вдогонку Хрущев зачитал, и все в ужасе разбежались. Или разошлись, или всех разогнали. Нет. Дело в том, что этот доклад сразу попал за границу, антисталинский, на закрытом заседании. А наши товарищи, так сказать, им зачитали по собраниям этот доклад. Ну вот вы можете, тогда еще и магнитофонов не было в широком распространении. Ну вот, не сослаться, не поспорить, не подискутировать. Как вы будете дискутировать, когда на слух что-то услышали, так и в ужасе, что вообще говорилось такое страшное. А за границу он пошел, в текст тогда. Так чтобы такое было. А это было одно из заседаний после него. Я думаю, что последнее. Но поскольку потом вышли известия ЦК КПСС, уже в горбачевские времена, а в них доклад был опубликован. У меня дома есть том «Известия ЦК КПСС» журнала. Я там посмотрел, как там было сделано. Оказывается, это было далеко не последнее заседание. После него разбирался вопрос о директивах 11-го пятилетнего плана и вопрос еще о создании программной комиссии и разработке программы партии. На 20-м съезде вопрос о программе партии, то есть потому, кого они туда направили, кто разрабатывал, и потому... что разрабатывали на основе вот такого отношения к Сталину, а Сталин – это личность, которая неразрывно связана с чем? С победой, с восстановлением, назад идем, с восстановлением народного хозяйства социалистического, с победой, с созданием системы социалистических государств, так, с победой в Великой Отечественной войне, теперь, значит, с индустриализацией и коллективизацией индустриализации, да? То есть дальше с гражданской войной. С победой в гражданской войне. Дальше. А кто делал, кстати, доклад о вооруженном восстании на 6-м съезде? Сталин делал. Так? Это. А кто сделал первый коллективный договор? Сталин. А решение национального вопроса. Да, вопрос у нас, как писал Ленин, у нас один чудесный грузин. Засел и пишет статью по национальному вопросу. Вот, крупнейший специалист. И одновременно он руководитель народного контроля и руководитель комиссариата по национальной политике, наркомнац.
То есть на 20-м съезде избрана соответствующая комиссия, составлен соответствующий пункт, но и заложена основа для того, чтобы сделать, какой может получиться доклад, только антисоциалистический. Но чтобы такое вот, чтобы это прошло на 20-м съезде, значит, что-то надо такое предпринять, чтобы тут все было единогласно. А что предприняли? Что было предпринято такое, чтобы на съезде, вот, допустим, сидит Шабусов и не нравится мое выступление? Чтобы Шабусов сидел и молчал, что нужно? Чтобы Шабусов не приехал. А? Чтобы Шабусов не приехал. Ну, во-первых, чтобы можно сделать, чтобы Шабусов не приехал, а можно вот товарищ вот так вот раз, его и не стало, как вот не стало товарища Берия, который был правой рукой Сталина, который, между прочим, всякие нарушения, которые были, о которых говорилось там в докладе, он как раз, так сказать, разбирал и боролся с ними и вычищал, так сказать, противников линии партии в соответствующих органах, так? И он занимался созданием атомного проекта и ракетного проекта, и этого человека под предлогом того, что он английский шпион, то есть, ну, более придумать, его расстреляли накануне. Ну, кто хочет, выступайте, кто хочет выступать. Что-то никто не хочет. Застеснялись. То есть, это еще требует обдумывания. Вот мы здесь аккуратно и постепенно обдумываем эти. Если что-то вдруг появляется в понятиях, вдруг ни с того ни с сего, партия, которая была все время, чем отличалась вообще РСДРП от других партий? Тем, что впервые в программу партии встала диктатура пролетариата. И вообще это главное. Потом это стояло и во второй программе, то есть на протяжении всего времени. И Ленин уж сколько об этом писал и говорил. И кто не может прочитать большую книгу или большую работу, но уж самая маленькая работа «Великий почин», в ней разжевано и показано, что диктатура пролетариата должна быть до полного коммунизма. И уж такую вещь усвоить, что вообще социализм – это коммунизм, если читали люди «Государство и революцию» и критику Готской программы, уж в системе партийной учебы, хотя вот я вам докладываю, как бывший заведующий кафедрой научного коммунизма Ленинградского горкома КПСС, когда меня направили проводить выяснение того, как идет партийная учеба, я был на красном треугольнике, разговаривал с человеком, который 20 лет в системе партийной учебы, ну, это уже было в 90-х годах, 20 лет, значит, с 70-х годов. Я спрашиваю, вы хоть какую-нибудь одну работу, любую, Ленина прочитали? Никакой, ни одной. Просто вот я спрашиваю человека, нет, он в системе партийной учебы занимался. Что они там изучали? Изучали. То есть этот ревизионизм валом валил с того времени, и если такое было отношение к Сталину. Потом, и какое должно быть состояние вот этих партийных кадров, которые были на съезде, значит, видимо, они были подобраны таким образом, чтобы они, ну, вытерпели такое отношение к покойному генеральному секретарю ЦК ВКПБ. Ну, что для этого? Ну, каких нужно было людей набрать? Предателей. Продажных. Вот это вот. То есть, и вот мы получаем такой вот результат уже на 22-м съезде. И если это не диктатура пролетариата, значит, не бывает пустого места. Государство бесклассовым-то не бывает, оно не может быть государством никаким. Значит, она диктатура буржуазии. Значит, только надо понять, какая буржуазия. А вот про социализм Ленин писал, что единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа. И потому переставшая быть капиталистической монополией означало бы социализм, да? Mm-hmm. Вот она целостность, знаете, вот целая, вот, тотальность, единая капиталистическая монополия. А вот если государство не диктатура пролетариата, если не диктатура пролетариата, какое тогда государство? Диктатура буржуазии. А если государство буржуазии,
то государственная собственность какой собственностью является? Общественной или частной? Частной, конечно. То есть стоит изменить природу государства и понять, что у нас не просто общественная собственность была, у нас была государственная форма общественной собственности. И общественная собственность существовала в двух формах, а собственность была одна. Но тот, кто внимательно читал книжки там на эту тему, тот, наверное, заметил, что в основном писали совершенно не то, не тотальность. А писали так, что есть общенародная собственность государственная. С какой стати государственная стала общенародной? Вот она уже. Еще общенародного государства не было. Общенародная собственность государственная и кооперативно-колхозная. Так это две собственности тогда. Если две собственности, тогда что? Обмен? Товар, рынок. Товар, обмен, рынок и так далее. Это не две собственности, это две формы одной общественной собственности. А смысл общественной собственности в чем? Что производство ведется в общественных интересах. У вас в одной форме, у вас в другой форме, у вас может быть в третьей форме, у вас в четвертой форме. Но тотальность. Все формы используются такие, которые направляют производство в общественных интересах. Поменяли вы государство, стало оно государством не диктатуру патриата, оно не может направлять производство в общественных интересах. Почему? Потому что общественные интересы носят классовый характер, они не просто чьи-то, они интересы рабочего класса. Вы именно диктатуру пролетариата утратили. Если вы утратили диктатуру пролетариата, вы не в интересах рабочего класса действуете, а людей хороших много, в моих можно интересах, в ваших можно интересах, можно и в ваших, а можно и в коллективных наших. Да? Да. Вот. И тогда мы получаем, что у нас в чьих-то других интересах, а не в интересах рабочего класса. А монополия есть по-прежнему. Значит, что у нас получается? Что у нас получается вот это самое государственное капиталистическое монополие, ровно шаг назад. Но не обращенное на пользу всего народа. А, естественно, если она капиталистическая, вот на чью пользу? Ну, на тех, кто не принадлежит к рабочему классу, по крайней мере. А если не в интересах рабочего класса, значит, это капиталистическое. Никакого тут другого вывода не сделаешь. В общем, короче говоря, мы должны понимать, что вот мы здесь, с одной стороны, останавливаемся долго на таких каких-то, казалось бы, деталях. Ну, что мы вот занялись суждением, но ведь на самом деле все наши рассуждения сводятся к суждениям. Потому что рассуждать можно чего угодно, но надо суждения правильные употреблять. И суждения бывают, которые относятся к понятийным, как вот здесь написано. А, например, суждение такое, что вот на улице сейчас темно, это правильное суждение, но оно не относится, собственно, к разряду суждений, которые рассматриваются в сфере понятия. Вот. Ну вот мы добрались с вами до тотальности. И, во-первых, значит, каждый момент, смотрите как, моменты понятия в силу его рефлексии в себя, или, иначе говоря, его единичности, суть самостоятельной тотальности, что значит рефлексия в себя, отражается от другой стороны и возвращается к себе. И субъект как бы отражается в предикате, тогда предикат есть тотальность. А предикат отражается в субъекте, тогда и субъект есть тотальность. Значит, каждый есть целостность. И суждение целостность, все об одном идет. И речь идет о единичном, в котором есть всеобщее, или о таком всеобщем, которое содержится в единичном, или которое проявляет себя в единичном. И это тотальность, и это тотальность. Они разведены, но все равно само суждение – это тоже тотальность. Это все целое. Все об одном речь идет. Не бывает таких отдельных штучных яблок, которые не относились бы яблоком. И не бывает яблока вообще без того, чтобы оно не было каким-то конкретным яблоком. Или в каких-то конкретных видах. Такого не бывает. И все это вот записано вот в середине этой страницы 47, что моменты понятия в силу его рефлексии в себя, или иначе говоря, его единичности, суть самостоятельной тотальности. Самостоятельной тотальности. Но, и во-вторых, единство понятия выступает как их соотношение. Соотношение чего? Двух тотальностей. Только одна тотальность представлена. Как в этом соотношении? Представлена как единичная, а другая как всеобщая. Но мы-то с вами знаем, если мы вернемся назад, что единичная – это
Все. Ну мы же знаем, что нового нам сказано. Мы-то знаем, мы-то уже это все проходили. Равны и не равны себе. Да. А раз они равны и не равны, то равны. Вы-то так нас оставили в раскоряку. Ну как тоже здесь. Вы нас оставили в раскоряку. Потому что равны и не равны. Единичные. А тут все-таки, а каждый раз здесь есть какой-то поворот. Вот если в данном случае они равны. Вот здесь он, вот эта мысль здесь не о том, что они не равны, а о том, что они равны, что они тотальности. Что не только у нас суждение тотальности. Все идет речь, это все понятие. Это все понятие одно. Целое понятие. И одно это целое понятие представлено в виде единичного и всеобщего. Но и это и такое единичное, в котором есть это всеобщее, и такое всеобщее, по отношению к которому эта единичность, это его собственный момент. Ну, всеобщее в чем-то должно выразиться, в каких-то единичных, так вот в этом. И это, так сказать, можно сказать, ну, устройство даже и человеческого языка, и устройство человеческого понимания. А как вы еще можете понимать это дело? И каждый раз мы имеем дело с целым, что мы тут же и проверили в отношении, взяв категорию общества. Взяли категорию общества, а его, оказывается, люди понимают так, что это просто люди россыпью так вот. Так сказать, их сажают в трюмы, отправляют в Северную Америку, и там они будут рабами, и там они будут тотальностью, потому что они будут, потому что отношение рабства – это тотальность. Если раб, значит, есть рабовладелец, а если рабовладелец, значит, есть рабы. Они еще нарушают права. И они это Билла. Такой вот… А? Они же еще права белых нарушают. Почему они права? Они права белых, значит, не нарушают, а права белых обеспечивают своим трудом. Кукуплосплан так не считает. Как-то вы все поворачиваете. Или не так? Вот рабочий так, обеспечивает. Так, кто обеспечивает буржуазный строй? Рабочий класс. Рабочий класс обеспечивает все продукты, работает на капиталистов. Специально не делают забастовок, не требуют ничего, не создают коллективные договора, не забастовочные комитеты не соединяют. Они все делают для того, чтобы в этом смысле. Ну, до поры до времени. Что? До поры до времени. Что значит до поры до времени? Уже прошла эта пора, уже это было. Поэтому сейчас мы уже не можем говорить до поры до времени. Наоборот, опоздали, потеряли, как это до поры до времени. Было уже это, уже проходили мы это. Поэтому это называется движение вспять, то, что у нас произошло. Правильно? Пора и время прошло. То есть наоборот, здесь запаздывание. У нас это будет... Контрреволюция – это до поры до времени или наоборот, это вспять движение? Это вспять, конечно. А вы как нам представляете? А вы кого представляете? Какой класс? Кстати говоря. Раскусили. Обсудили первые две буквы. Нет, одну букву мы убираем и все. Ну, потому что а в чем состоит реакционность или движение вспять? Движение вспять уж точно никак не укладывается в понятие до поры до времени. Наоборот, время их прошло, а они все равно есть. Время их прошло. Но всякая революция предполагает и контрреволюцию. И даже и буржуазная революция, она не так, сказать, так проходила, что была реставрация, и снова монархии восстанавливались, так ничего такого нового. В этом смысле не произошло. Или вы хотите сказать, что когда речь идет о социалистической революции, как более высокой, то она легче проходит, да? Нет, потому что там форма эксплуатации менялась, и то была реставрация, а здесь вообще отказ от эксплуатации. Легче, жертв меньше по сравнению с буржуазными революциями. Да. Это во-первых. А во-вторых, у нас, во-вторых, с момента появления социалистической революции, такой ситуации в мире, когда бы не было социалистических стран, никогда не происходило. Сначала была Россия, а потом появилась Россия и Монголия. Потом к России и Монголии прибавились эти европейские страны социализма и Китай, Корея, Куба, Вьетнам. Вьетнам сначала. Вьетнам, Куба, Лаос. 75-й год Лаос. То есть идет расширение. Сколько человек живет в социалистических странах? 1,5 миллиарда. Сейчас. Больше. Это видите, это люди собрались социалистически настроенные, они не считали. Не, ну, вот вы сразу как бы не 2 миллиарда. Написано, как бы не 2 миллиарда. Ну как 2 миллиарда? Да ладно.
Нет, ну 1 390 000 это Китай. Или хуже посчитать, сейчас сразу посчитаем. 1 390 000 раз. Следующее по количеству. Вьетнам. 90 с лишним миллионов. 90 с лишним, там, наверное, 90. Почти под сотню уже подходит, так? Вьетнам. Так, ну вот уже получается так. 400 миллионов, так? Нет, подождите, давайте по порядку. После Вьетнама идет КНДР. Сколько? 25. Не надо преуменьшать социалистические страны. Вы странные вообще люди. Нет, лучше чтобы... меньше, да лучше. Не знаю, лучше открыть, посмотреть вот в интернете. Там написано 25. И увеличивается. Сейчас больше уже 25. У меня же даже вот я, поскольку я смотрел, но это как только время пройдет, я открываю, там уже больше. То есть идет же это соотношение менять. Почему? Рождаемость больше, темпы роста выше. Поэтому идет вот это изменение соотношения. Дальше. Куба сколько? 11. Мы, говорит, марксисты, большевики, революционеры. Зачем нам знать, сколько революционных Кубы имеет миллионов человек? 11. Ну, смотрите, ну, сколько? Что каждый четвертый житель на Земле. Да ладно, это мы считаем, мы простой счет. Подожди. Как-то, мне кажется, не надо, это вы хотите так отвечать на вопрос, сколько на Кубе людей, человек. 11 миллионов там. 11 миллионов там. И в Лаосе последняя революция была в 75-м году, недавно сравнительно. Ну, уже в наше время. И смотрите, сколько континентов. И Восток, и Америка. Значит, 6 еще миллионов. Итого 1,5 миллиарда человек. 1,5. Из 7. Ну, а что? И вот говорят, и так рассуждают, как будто нет этих соцстран. А если им докажут, что есть, люди обижаются. Вы не видели такого? Нет? Не наблюдали? Обижаются. У них они так убедительно доказывают, что все кончено. А на самом деле, или мы считаем, что если в России нет социалистической революции, нет социализма, или она не социалистическое государство, что пропало все дело. Почему же оно пропало, когда оно расширяется? А потом это вы не хотите насчет России тоже отнести на... Это же разве не можно сказать, не толчок дала социалистическая революция в России всем этим революциям? Она и неразрывными связями связана с этими, или все эти революции связаны, и в китайской, и корейской, или мы не знаем, кто воевал там в Корее, и кто оружие давал китайским революционерам, и кто Кубу защищал. А Лаос был, конечно, непосредственно, может быть, Россия, это и не, Советский Союз не помогал, но то тоже помогали товарищи, которым Советский Союз помогал. А во Вьетнаме наши сбивали американские самолеты, прямо стояли наши комплексы и так далее. И в Северной Корее тоже. И в Северной Корее тоже. Поэтому, вот, так сказать, поэтому процесс только один идет. И расширение, ну как только один. И революция, и контрреволюция, как и расписано было у Ленина в работе. Лозунги Соединенных Штатов и Европы. Это ленинское понимание мировой революции, что это, то есть, такой большой исторический этап, целый этап классовой борьбы, острейшей революции, контрреволюции в различных странах, в ходе которого идет продвижение вот социалистических стран. Вот мы это и дело наблюдаем. А изображать так, что тут не будет контрреволюции, было бы странно вообще. Странно было бы, если бы мы настроились. Вот это вот настрой на то, что не будет контрреволюции, он как раз нам и помешал удержать завоевание социализма. Ведь одно из таких самых вредных положений, которые выдвинул Хрущев, что социализм победил полностью и окончательно. Мы, товарищ Шабусов, науку логики изучили полностью и окончательно. Поэтому не надо больше ее изучать. Ну, хорошо. Ну, если мы полностью окончательно изучили, надо ее изучать? Надо. Нет, если полностью окончательно, не надо. Просто как логическая ошибка, переходная форма не может победить полностью и окончательно. Это что же переходная форма? Социализм. Социализм – переходная форма? Нет, это совершенно неправильно. Почему? Потому что переходный период – это период построения социализма, перехода от капитализма к коммунизму. А коммунизм, когда он появляется, наличное бытие коммунизма сначала, появляется как социализм. Поэтому это никакая не переходная форма, это коммунизм. Чего же тут переходного? Это коммунизм в том виде, в каком он будет, может быть, по окончании переходного периода. Три этапа. Переходный период от капитализма к коммунизму, потом коммунизм
первой фазе и коммунизм в высшей фазе. Коммунизм с отпечатками капитализма и коммунизм без отпечатков капитализма, только и всего. Какая-то это не переходная форма, это совершенно неверно. И это, кстати, вот это такое суждение очень широко у нас ходит, хотя, ну вот откройте критику Водской программы, там, совершенно понятно, там вот, такого понятия социализма у Маркса вообще нет. Нет у него такого понятия. В этом работе там что говорится, что весь переходный период от капитализма к коммунизму, потом низшая фаза коммунизма, или коммунизм в низшей фазе. Вот фаза коммунизма – это не очень удачное высказывание, потому что есть какая-то фаза. Это коммунизм в своей фазе начальной или первой, и коммунизм во второй фазе. А как они делятся? Только одним, что изживаете вы родимые пятна, и все. Если у вас есть родимые пятна, что вы не человек, что ли? Непонятно. Это переходная форма человека. Но лекарства-то мы принимаем, изживаем. И принимаете все, и будете и при коммунизме принимать лекарства. Я вам гарантирую. А не будете, не будете жить при коммунизме. Это большая книга полезная. Полезная во всех отношениях. То есть я хочу сказать, что мы с вами ведь изучаем, с одной стороны, мы как бы не бегло изучаем, да? Так, хорошо будет. Во-первых, никто никому не мешает почитать до конца. Я, например, многократно прочитал до конца. И каждый раз вот я вот эти места для себя читаю, ну, с особым интересом, потому что это для меня самые были непонятные места, я всегда их так, ну, да, какое-то там суждение, заключение. И опять перешел к объективности, там опять интересно все и более-менее понятно. Это трудно понимаемо. С другой стороны, мне вот сейчас легче вам это рассказывать, просто потому что я, ну, многократно это изучал, и я уже различаю, что тут можно выделить, как то, что раскрывает самую суть. А каким образом к этому подойти? Ну, вот как Ленин и говорил, штудировать. А что такое штудировать? Штудировать – это означает вернуться, снова, еще раз посмотреть, еще раз обдумать. Не просто прочитать это, прочитать, да, вот эту проблему прочитать. Я, например, решил очень просто. Я прочитал «Науку логики» по окончании математико-механического факультета за 2 недели и законспектировал. Ну, я занимался этим 2 недели, ничем больше не занимался. И все на этом. Это я сделал. А это одно дело прочитать, а другое дело проштудировать. А проштудировать, конечно, сказать, что вот, скажем, все ясно, ну, оно проясняется больше. И с большей пользой. И все это понимают, потому что нельзя считать, что тогда будет пользу приносить наука логики вам, как когда вы все изучите. Да нет, она, раз мы это изучаем, это стало элементом нашей жизни. А когда у человека обдумывание понятий, и человек обдуманно вообще выступает и думает над содержанием того, что он говорит, систематически, если этому приходится делать уж по крайней мере раз в 2 недели, подумать, а что вы там говорите это такое? Вот товарищ задумался, сколько лет вам? Сейчас. 24. А? 24. Уже 24 года знают, что такое общество. А некоторые 84 не знают, что такое общество. О. То есть, с одной стороны, я вроде на вас напал. А с другой стороны, мы не должны так дело изображать, что это такая простая вещь. Самое простое, потому что это самое известное, это самое необдуманное. Вот прямо Гегель говорит, кто будет заниматься изучением того, что и так известно. Ну, с детства всем известно, все это повторяют, эти слова. Поэтому новые какие-то научные категории вы получаете, так сказать, ну, с содержанием. А вот ранее полученные какие-то понятия и потребляемые понятия, ну, вот в детстве так вот такое сложилось, и так этими детскими представлениями люди живут до настоящего времени. Ну, вот мы с этим боремся, это преодолеваем, и в этом, наверное, большая польза. Поэтому, товарищи, заключая сегодняшнее занятие, я хочу пожелать всем товарищам, которые здесь присутствуют непосредственно, и тем, которые будут изучать и, значит, знакомиться с материалами наших занятий по интернету, пожелать всем успеха в этом деле и, во-первых, пожелать всем воспользоваться вот этим периодом, да, следующих занятий, чтобы продвинуться дальше в изучении науки логики и вернуться вот так же вдумчиво и критически к тем местам, которые были, так сказать, слабо освоены, и возвращаться очень полезно. Почему? Потому что когда вы вернулись и укрепили
свое понимание предыдущего, вам легче идти вперед. И движение вперед, как говорит Гегель, это и возвращение назад. А возвращение назад может быть способом движения вперед. Потому что мы же ведь на самом деле берем эту целостность, тотальность. Нам нужно целое понять. Нам нужно понять все эти категории вместе, а не отдельно вырвать кусочки. И если мы их берем по отдельности, вот мы как раз этой тотальности не будем иметь. А вот эту тотальность мы тогда, вот мы коротко об этом говорили, вот сегодня мы на ней остановились вполне. Тотал, целое, это очень важно. Надо иметь дело с целым, а не с вырванными из контекста какими-то кусками или частями. И вот диалектика как таковая, она появилась, ну, у древних греков, да, у Гераклита. Все течет, все изменяется, нельзя. Нет, это только первое высказывание, а второе высказывание только в одну и ту же реку можно войти два раза. Только согласны с этим? Первое повторяет, второе выбрасывает. Нет тотальности. Только тогда, когда вы второе возьмете, будет целостность. Вот я всем желаю. Следующее занятие будет во второй вторник февраля. Спасибо за внимание.